Здравствуйте. Сегодня мы будем готовить уху по-царски, или по-другому она называется уха из петуха. Рецепт этот очень старинный. Для него нам понадобится курица или ее части. Желательно курицу взять домашнюю. В данном случае это так оно и есть. Рыба. Мы взяли стерлядку и щучью голову. Затем нам понадобится картофель в количестве 2 штук, морковь, лук, зелень. И мы взяли сушеные белые грибы. Можно взять грибы мороженые, можно взять свежие грибы, но желательно, чтобы они были белыми. Приступаем к приготовлению. Значит, мы поставили варить курицу. Мы ее не заливаем полностью водой. Мы заливаем ее где-то чуть меньше полкастрюли. Добавляем сюда черный перец горошком. И продолжаем ее варить. Курица наша закипела. И туда мы опускаем целую морковь. Целую головку лука уменьшаем для варки, и она у нас варится в течение где-то минут 30 до полной готовности. Так, из бульона мы вынимаем курицу, которая уже готова и нам для ухи не пригодится. Ее можно использовать в других целях. Можно в салат использовать, можно так покушать, можно сварить гарнир, скушать. Так, дальше мы вытаскиваем из бульона лук, который у нас тоже сварился. Вытаскиваем морковь. Так, и кладем в бульон картофель. Наш бульон мы дополняем водой. Где-то добавляем еще 1 литр. И ждем, пока картофель сварится, но не до конца. Морковь мы нарезаем кубиками. Кто уху очень любит. Также нарезаем лук, который у нас сварился. Мы его тоже нарезаем. Будем его варить вместе с рыбой. Наш отварной картофель мы добавляем вареные овощи, морковь, лук. Так, затем мы добавляем рыбу. Здесь у нас щучья голова и стерлядь. Значит, опускаем варить ее. И кладем такие, если бы было лето, мы бы положили зелень, петрушку, ее бы корень, сельдерей. Но вот так как зима, мы кладем ветки, такие более жесткие, зеленые. Кладем и накрываем крышечкой. Ждем, пока все закипит, и продолжаем дальше. Так, мы положили в уху все принадлежности, кроме грибов. Вместо грибов у нас протертый порошок, поэтому мы его добавляем в конце. Мы добавляем 3 ложечки.
Значит, веточки мы вытаскиваем, они нам не нужны. Так, в уху мы добавляем стакан шампанского. Так, добавляем зелень, можно свежую, у нас сушеная. Выключаем плиту и оставляем на 5 минут. Так, уха наша готова, мы ее накладываем. Уха по-царски готова. Мы кладем лимончик, добавляем черный перчик. Приятного вам аппетита!